Прозвенел первый звонок в школах автономии. По традиции, здесь в торжественной обстановке прошли линейки, классные часы, были вручены благодарственные письма и грамоты учителям и отличившимся ученикам. Почетными гостями праздника знаний стали члены правительства области, депутаты законодательного собрания, руководители мэрии и представители городской думы. Новый учебный год знаменательный для школы номер 8 Биробиджана. Ровесница областного центра празднует 85-летие. В этом году школа распахнула свои двери для 65 первоклассников. Все рады, что пришли в школу первый день, первый класс, и все первоклассники пришли. Знакомились с нашим классным руководителем. Мы очень рады, что попали в 8-ю школу. 1 сентября – это всегда волнительное и радостное событие для педагогов и родителей, для детей, которые сядут за парты впервые и которые в этом году школу окончат. В этот раз День знаний знаменует собой не только старт нового учебного года, но еще и внесение новшеств в учебный процесс и образование детей. Сейчас начинается вообще новая эпоха, в том числе в образовании в России, поскольку новые ритуалы вводятся. Это вынос флага российского, это больше внимания в каждом классе истории России, это финансовая грамотность. И вот те дети, которые сегодня пришли в первый класс, они уже будут впитывать совершенно новые традиции школьные. После окончания торжественных мероприятий ученики разошлись по классам и вновь сели за парты после долгих летних каникул. Первый учебный день – это праздник, и уроки сегодня скорее символические. Настоящая учеба начнется завтра. Андрей Пархомей, Денис Листюхин, Новости 21.